Краткая сводка такая, что с субботы на воскресенье в 1:20 был обнаружен свич на котле номер 11 на Экибастузской ТЭЦ. И произошел, будем говорить, отрыв экранной трубы. Котел остановили, подпитка не падала. Вследствие того, что подпитка не падала, отключились от сети по защите. Обращаю внимание, именно по защите. Три водогрейных котла. И произошло снижение параметров резко. В связи с чем? В связи с тем, что была подпитка. 15 бригад по городу, которые занимаются устранением этих проблем. И на сегодняшний день осталось, на сегодняшний час, вернее, осталось порядка 10 адресов, на которых мы планируем продолжить работы вплоть до раннего утра. Поэтому в самое ближайшее время все эти проблемные вопросы будут локализованы. У нас исторически сложилось так, что водяные и тепловые сети уложены в один лоток. Поэтому, когда мы в целях устранения повреждения на ЦТП-52 отключали центральную магистраль номер 2, тепловую магистраль номер 2, тогда обесточили порядка 149 жилых, многоквартирных жилых домов. И в этот период нами были предприняты меры для того, чтобы не допустить заморозки систем теплоснабжения, внутренних систем теплоснабжения домов, были приняты меры по опорожнению системы отопления. После этого, после того, как мы, значит, выявили, как сейчас Олег Павлович сказал, мы выявили основную проблему и начали, значит, тестировать основную, значит, тепловую магистраль номер 2. И тепло в системе появилось. Многие дома, значит, были отработаны сразу, соответствующие сливы подводящих сетей были произведены, но остались некоторые дома, которые эту работу, так сказать, то есть по некоторым домам, эти адресам, эти работы не были проведены.